Пятый год подряд краеведы и историки нашего города собираются вместе за одним столом, чтобы обсудить важные в жизни региона вехи. Краеведческая встреча традиционно проводится в конце июля, начале августа, когда в областном центре вспоминают о знаменательном дне обращения села Иваново и Вознесенского посада в безуездный город Иваново-Вознесенск. На этот раз тематическая встреча была посвящена столетию с начала Первой мировой войны. Кроме этого, по итогам круглого стола вручили приз «Краевед года». Этого почетного звания в этом году удостоен историк, экономист Владимир Колотин. Он является специалистом по новейшей отечественной истории. В сферу его интереса входит экономика региона и изучение выдающихся персоналей. У нас очень много различных людей среди именитых и неименитых, которых можно рассказать и которые своей жизнью как бы демонстрируют определенные вехи в истории региона, в истории страны. В рамках конкретных работ я бы привел книгу про Андрея Николаевича Спиридонова, поскольку это забытый в период советского государства человек, поскольку он был репрессирован, но он возглавлял и Сельбанк, и на улице города Иваново он оставил замечательную память о себе. Это здание в настоящее время Центрального банка Российской Федерации по Ивановской области, вот, на улице Красной Армии 10.